Так, что будем делать в этом бою? В этом бою у нас и подлодочка есть, и эсминчики. Ну, слушайте, и РЛС Крестер. По-моему, в этом бою я очень рад, что я не на Мике, потому что в этом бою мне Мике было бы очень сложно реализовать. Гап Шредера мне будет более выгоден сейчас. Попробую прорыв через открытую воду организовать. Тем более тут прям, ну все говорит о том, что прорыв требуется. Странно, что подводная лодка Подводная лодка не стала ничего делать. Дело дрянь. Союзники, захватываем точку. Советую ему с его тактикой наилучшую точку на карте. Они у нас Магадор забрали. Так, ну попробуем у них Агирчика забрать за это. Хотя мне кажется, мы два эсминца сейчас потеряем. Долблю в первую очередь Агира, потому что он наиболее опасен. В борт все-таки мне может зарядить. Команда противника получила преимущество. Крейсер врага потоплен. Огонь на указанной цели. Внимание, передаю координаты цели. Торпеды по левому борту. Торпеды за кормой. Торпеды за кормой. Как же я расстроен, ребята. Ну ладно, еще поборемся. Пожарная тревога. Требуется поддержка. Три шторма. А мне требуется, чтобы ты точку забирал. Сыкливая. Бесполезная. Соло на точку пошел и не смог взять. Но это что за херь? Не, у нас в целом, смотрите, команда херь. У нас в целом команда херь. Что я могу сказать еще? Ладно, будем бороться. Первый раз, что ли, играть один. Против всех. Оно даже не хочет всплыть, подсветить, да? Блин, как меня бесит. Ну, такие... Прям вот... Ай! Правитель, подтверждаю. Ох, такие тупые ошибки. Вот просто жесть-то какая.
Иллинойс, вон ты-то какого хера творишь? Вот. Где, мать его, линкор? Ну что, надеюсь, точку-то как-то без меня подефит же. Если Иллинойс не справится с Агиром, ну, пацаны, ну, этот бой просто невозможно спасти. Нам, почему, смещаюсь, нам реально надо стопать всю эту историю. В итоге два инвизера нас, скорее всего, разведут на точке, через точки выиграют. Блин, хотя ладно, да? Давайте, а чё я сейчас буду через точки пытаться выиграть? Моя команда хочет трэшить? Пусть трэшит. Я сыграю на риске. Просто если уничтожим эсминца, уничтожим маги, заберем точку, чем, как знает, может быть, хватит. А вот Такаш, скажем, иди вот сюда. Отрежу Флетчера. Защитите точку. Сам себя поддержку, сам себя калибр. Люблю такое. В КД я знаю. Нифига ты мне не сделаешь. Врыв! И раздали. Врыв и раздали. Ух! Минус 3. Сам себе поддержку, сам себе калибр. Хочешь себе звезду, как говорится, сделай ее сам.